Живая музыка. Так что тут по ночам до 12 часов песни поют в ресторанах, в кафешках. Весело. Красиво тут. Пирожок ем. В кафешке здесь дают. У нас в отеле. Наш отель. Сегодня медовый спас. Всех я уже поздравляла в шотсе. Показывала такой медок, мы купили на пробу. Он хоть и жиденький, но в принципе неплохой. Конечно, не знаю, что там натуральный, не натуральный, я сильно не разбираюсь. Но в принципе неплохой, хороший мед. Купили ложечки меда и отпраздновали праздник. Едем погулять в Гагры. Хотели посетить крепость принца Ульденбургского. Он находится около отеля Абаата. Кстати, мы сначала хотели забронировать именно в этом отеле комнату. Ну, в общем, нам не понравилось, потому что первый этаж без балкона. Как-то, ну, не знаю, правильно мы сделали или неправильно. В итоге, в общем, в крепость мы не попали, потому что ее закрыли на реконструкцию. Подниматься по этим лесенкам, конечно, еще то удовольствие. Они очень высокие, потом ноги даже болели, мышцы реально. Вот. Но погуляли в парке в Гаграх и дошли до ворот «Зимний вечер в Гаграх». Потом вы смотрите. В общем, Абхазия у нас вызвала неоднозначное впечатление. В этом году все очень подорожало, цены высокие, какой-то примитивный коктейль детский. Мохито 300 рублей, взрослый 400, ну, в общем, стакашек, да. И так вот на все. Вино нам не понравилось абхазское, мы его практически не пили, потому
потому что, ну, вообще невкусное и пахнет невкусно. Ну, не знаю, неоднозначно. Красивая, да, природа очень красивая. Природа понравилась. Вот единственное, ради чего можно съездить, это экскурсии, природа, но сервиса на пятерку там не ждите. Все здесь как-то так не обустроено, не... Все не... Идем к крепости принца Ольденбургского. Блин, кошмар какой-то. Все лазит по старым лесенкам. Реставрация. Абата. Парк в Гаграх Советского Союза. Не знаю, что тут за постройки. Лазит, лабиринт, может, какие. Просто. Дышится здесь, это вкусно, да, пахнет? Еловыми этими ветками. Старый Гагра парк. Грязное море. В такую жару я не красилась от слова совсем. Просто потому что бессмысленно. Нанесешь какой-то крем, даже вот крем с СПФ, выйдешь на улицу, все это с потом сходит. Поэтому вообще не красилась. Какая-то крепость. У нас тоже там парк есть, прям через дорогу. Ну, ты не двумя ногами, а просто прими. Пошли. Вот, наверное, план. А можно тоже? Советские аттракционы.
Они еще живы. Привет. Привет. Даже не улетает. Замок принца Ольденбургского. Он сейчас закрыт. Отель Европа. Новая Гагра. Да, а тут волны какие-то. Море такое сильное, не очень. Пляж Новая Гагра, недалеко от отеля Европа. Здесь сначала вроде как песочек, а потом все равно камни. Народу много, море прохладное, хорошенькое. Вроде не грязно здесь. О. Новый Гагри нам не понравилось. Мы уже рассматривали такую Европу, но там было еще дороже, чем в Новом Афоне. Вот. Ну и хорошо, что мы там были. Там вообще достопримечательностей нет, какой-то пустота, какой-то урбанизм городской, море и так все. Походу на отшибе, она старая. Да, вот это вот обходит. Может, тут и повеселее, конечно. Вот это вообще дорогуще. Я уже забыл, русским скалоп, что ли, как это называется. А сколько он стоит? Да, сокол. Дорога на Пицунду уже вся в соснах. Каких соснах? А, ну да. Стволы, как сосенки.